вся наша жизнь – вода. Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский. Привет, Антон Власов. Вот даже. Сегодня у нас серьезное дело. Когда-то мы с Юликом выбрали лучшую питьевую воду. Так. Но поскольку Юлик человек такой зожный, нежирный, он слабо разбирается в минералке. И так. Сегодня я позвал Антона, человека, обеспокоенного своим здоровьем. Очень сильно. Так же сильно, как и я полагаю. Своим. Да, я сегодня все-таки алкоголь не пью, пью только минеральную воду. У нас сегодня будет тест минеральной воды. В первую очередь, на тебя не похоже сразу. В первую очередь хочу сказать, минералкой нельзя злоупотреблять. Ни в коем случае. А почему? Соли, минеральные отложения, все это может негативно сказаться на почках. Минералку... Соли. Это что-то у нас... Как Денис Дыркин, да, выходит, потом соли купит и возвращается неадекватные. В общем, мы сегодня собрали минеральные воды... Воды, которые считаются минеральными, так сказать. И... Но не все ими являются. Не все являются, да. Но мы попробуем выбрать, что же пить, когда вот вам хочется немножко на вид зелененького, а на вкус солененького. Немножко вам хочется поправить свое здоровечко, не ходя к врачу. Если вы тяжело больны, кстати, я слышал такое, помогает вода, либо вылечится, но это, скорее всего, нет. Я слышал, клизмы нужно делать минеральной водой. Да ты что? Елена, был какой-то сайт, где не только печень обещали вылечить клизмами из минеральной воды, но и рак вообще все. Не, ну это уже, конечно, это, блядь. Не, это Кашпировский, блядь, это проще хуйня. Поэтому мы попробуем сконцентрироваться не на целебном свойстве, а на вкусовой составляющей. То есть какую из минеральных вод вам было бы приятнее? Какая самая вкусная, та не самая полезная, сразу вам скажу. Наверняка, так? Да, а ту, самая ту, которую мы наверняка закупили. И надо пить. Ну, это уже как бы дело наших зрителей. Наше дело все попробовать рассказать свои впечатления. Хорошо. Поэтому, друзья мои, не переключайтесь. Впереди вас ждет пиздец увлекательное видео. Выбор лучшей минеральной воды. Ну что ж, Юрий, давай с тобой начнем немножко издалека. Как ты себя чувствуешь? Плохо. Плохо чувствуешь? Всегда себя плохо чувствую. Может, даже ролик запишу про это. Чтобы дети, никогда не пейте. Как говорится, довел поздно себя. Вася пить боржоми, ага. Когда почки отвалились. Может быть, блядь. Тогда мы с него и начнем? Может быть. Может быть, все-таки, а не поздно? Может... А вот сейчас мы это, друзья, узнаем. Начнем. Ой, сразу запузырился. Так что беспокоит, Юрий? Да все буквально. Ну, я тогда боюсь, что действительно поздно. Знаете, как-то... Вот какие симптомы не читай, у меня все есть. Вот прямо это. То есть вот так, да? Да. Я помню, я даже сдавал анализы на рак крови. Думал, у меня это лимфома или как. Ой, это? Ой, много я налил, наверное. У меня были очень странные показатели. И я в итоге сдавал, и в какой-то момент врачи такие: так вы типа, вы много пьете? Я такой: очень. Они такие, просто у вас как бы кровь, она от печени зависит, типа, что у вас печень постоянно то разъебанная, то нет, из-за этого кровь. А мы думали, это кровь. Нет, ага. То есть вам просто надо пить бросить. А ты что на это сказал? Посмеялся и ушел? Да, ну я заплатил хотя бы. Так, ну что, друзья, пьем боржоми, кристально прозрачные пузырьки, весело смеются в стакане. Не соленые, кстати, совершенно. Мягкое. Ну, это для мягкотелых людей, которые, вот знаешь, не могут попить прямо вот настоящую соленую, не, написано, кстати, заряженную воду. Лечебно-столовая. Ой, когда пишут столовая, блядь. Гидрокарбонатная, сразу... натриевая. То есть тут должна быть соль-то, нет? Но она дорогущая, с другой стороны. Мне кажется, что вот она, наверное, вторая после Эвиана по стоимости. Да но... не, она даже в банках продается. Хотя я с трудом представляю людей, которые такие... А что ты пьешь? Боржоми. И все такие на тебя смотрят, такой, не переживайте, я туда подсыпал немного ЛСД. Вот это вот получилось. И там калейдоскоп идет уже этот, и ты такой, лечебная. Ну что я могу сказать, вода как вода, но мягкая все-таки, мягкая. Я вот ненавижу. Вообще, как будто даже не скажешь, что минеральная, знаешь, типа это... Ну да. Но, с другой стороны, вот она бы мне подошла. Потому что я что-то такое у тебя как-то говорю... А, и синтуки-то мне, да, с бутылки, пиздец.
Я просто выпил и сразу, дайте воды. Жесть какая-то. Слишком соленая. Сушит просто глотку, я не могу. Это вот я недавно смотрел фильм «Водный мир» Кевина Костнера. С Кевином Костнером. Я думаю, что вот там, блядь, вот такая же вода была соленая, как вот все эти сундуки, блядь. Нельзя было пить. Ну, если бы они ее пили соленую, там бы все умерли. Нет, они за пресную воду дрались. На катерах каких-то, Кевин, блядь. Костнер ссал в банку и выпаривал так-то воду. Там была система у него сложная, ее украли потом. Ну вот теперь вы знаете, как, если что, прожить в водном мире просто. Знаешь, возможно... А у него вообще жабры были. Вот что, я вспомнил. Ты зачем спойлеришь? А как вы жили? Может, люди не смотрели. Прикинь, что, не смотрели «Водный мир», что ли? Чувак такой, блин, я только вот... Качал, блядь, хотел посмотреть. Ну там не про это-то на самом деле, это такой, это нюанс такой просто. Ну я хочу сказать, Боржоми крепкий середнячок. Многие да. Вот вспоминают его как что-то такое. Я думаю, мало тут осталось от советского Боржоми типа. Думаешь? А что случилось с... Украли. Со скважинами. Украли. Иссякли, что ли? Соль разбодяжили, минералы, блядь, спиздили, но... В целом, это я не думаю, что прям тот Боржоми, который вот прям... Был, да? Да, но в целом такая средненькая, пристойная минералочка. А вот говорят обычно сейчас вот через 50 лет, плюс-минус, там, и даже может уже и меньше, кончится нефть, на чем будем ездить. А вот все, Боржоми не кончается вообще. То есть как бы эти скважины, вот сколько я слышу, скважина номер 5, там, номер 25, они вообще что ли не кончаются? Они до центра Земли, до Бурятии. Да ты пиздишь, да там бы уже магма текла. Там сатана вылезет оттуда, типа, вы охуели что ли? Да, долбите, сука, между день и ночь. Чувак, я думаю, подавляющее большинство минералок, которые можно купить в России, производится примерно как водопроводная вода и соль. Да? Вот, типа, ну берут соль, солят покуда. Ну, не чувствуется оздоровительного эффекта, короче. Недостаточно соленая и недостаточно, как бы, хайпово молодежная. Ну, а ты думал, как, что значит недостаточно оздоровительного эффекта? Ты думал, сейчас тебе сразу печень? А вот соберется. Я тебе говорю, вот я брался, я в полторашках обычно брал, вот нарзан. Вот попробуй сравни с нарзаном. Может, тебе хуже стало из-за того, что ты слишком много пил? Да. Вот, нет. Да, все верно. Вот этого. Нет. Ну, как сказать. А, то есть мне можно больше пить алкоголя, Антон. Это минералка виновата, блядь. Нахуй минералка. Ну не знаю. Но Боржоми, в принципе, как Боржоми, вот пока не с чем сравнивать. Попробуем. Что такое? А вот это нарзан. Нарзан. Нарзан, смотри. Терпкий такой вкус. Не соленый, кстати, тоже. Но такой. По-моему, он просто перегазирован, нет? Ну. Угу. Но он более газированный, потому что... Вот походит, знаешь, на то, что можно с похмелья ебануть, да. Блядь. Да, но мне нравятся вот эти вот бутылки, смотрите, какая красивая. На такую и сесть не грех. Прямо закрутишься на нее. Ох, как удобно. А тут уже такая посложнее идет. Слушайте, ну, кстати... Правильно это, когда садишься на бутылку, вот это easy, normal, а вот тут уже... Это уже супер. Нет, тут hard, а тут типа это, типа, герой. Вот вам нужно дойти до нарзана, и тогда вот будет уже эффект. Прямо внизу написано, так где же нарзан-то? Я, кстати, удивлен, они менее соленые, чем, как мне кажется, в полторашках их варианты Боржоми. Ну, да, да, кстати, ты прав, может быть, потому что в стекле оно как-то не так. Смотри, 125 лет безупречного качества. 125 лет, вдумайтесь. Продают минералку. Вот это, нарзан. Смотрите, какая старая, блядь. И не загнулась же, да? Ну, тут, несмотря на то, что тут сзади какие-то награды, или это все-таки... А мне кажется, дешево, да, по бутылкам воду разливать из скважины, нет? Ну, если из скважины, то не очень дешево, а если из водопровода, то вообще как бы... Ты не видел видос, где чуваков спалили, что они наливают в... Баллоны в эти? Баллоны, да. Это я видел. Да-да-да, ну, типа... Газель подъезжает, чуваки открывают, типа, веселый водовоз. Прям берут эти вот большие банки, блядь, там, 50-литровые, прям вот с этого, с озера. С крана, блядь. Не, озеро, я видел из озера. Да, прям вот. Газель подъехал, вообще мы другие видосы видели. Прям открывается, два чувака таких издалека их снимают, прям да, из озера, она бум-бум-бум-бум-бум. Хуяк этикетку наклеивают. Ну, я бы хотел сказать, что есть синтуки, а эти, блядь, Боржоми мне больше понравились, чем нарзан. Нарзан какой-то... Вот слишком газированный. Вот, блядь. Если хотите брать нарзан, лучше берите в полторашках пластиковых, там побольше, мне кажется, вот минеральных, бля, отложений. Этот какой-то... Ну, видимо, в маленьких бутылках, они для маленьких людей. Может быть. А, кстати, смотрите, написано...
Кстати, рыгаешься ты минералки похлеще, чем с энергетикой. Группа X. Что бы это ни значило, представляете, уже как бы есть что-то. Не говори про группу X, в роликах нас же убьют. Ты что, не знаешь, кто такие группа X? Бля, я забыл. Да, чувак, я надеюсь, что я это вырежу. Я просто боюсь, что я не это, но вырежу, я желаю, да, никому не знать. Я сказал, я группа X, чуваки, да, нам не нужны проблемы с группой X. Хорошо. Все хорошо. Вот, поцелуй персик. Пожалуйста, не вставляйте в ролик, я не хочу проблем с группой X. Так вот, какая у нас следующая? Эвиан, кстати. Вот я видел много людей, которые говорят, что западные минералки, вот они пизжи наших, блядь. Ага. Я, честно говоря, не до конца в этом уверен, потому что вот у нас тут есть Эвиан, по-моему, тут Перье еще стоит. Перье тоже есть, да. Да, они на самом деле тоже не такие уж минералки. То есть минералка, она не для того, чтобы пить ее как воду. Так. Минералка, она вот... Поправлять здоровье, время да! А ты вот как в совке было принято, вот типа минералку, вот ты много пил, всякую хуйню, и вот нужно как бы посидеть на минералочке. Ну вот, то есть я как бы беру, путевку мне дают, да, в Кисловодск. Да. Я инженер. Минеральные устал. Воды. Минералы. Нихуя ты инженер-алкаш, как у тебя получилось, блядь? Ну, с работы тяжело, со спиртами всякими идет, может я там, мало ли что, какие-то разницы. Надышался, короче. Секретно, блядь, да. Надышался с парами. Все, приезжаю, мне сразу ванна грязевая. Душ-Шарко. Душ-Шарко. О, это жесть, блядь. Я когда был в одном из санаториев, душ-Шарко. Это же просто нацисты. Нет? Не согласен? Хуя, как Рэмбо мыли. Держишься за это, тебя душ-Шарко. Кто это придумал, блядь? Так это хуя. Это хорошо. 41-й, блядь. Шилов еще, который Рэдисон, у него там клизмы были очистительные, блядь. Там в него вливали больше литров, чем Михалыч весит, блядь, ёпта. Это уже опасно. Но в целом... Я все-таки от минералки жду минерализованность. Понял тебя. Ну давай попробуем Эвиан. А ты сам-то пьешь? Я очень редко пью. Нет, блядь, я говорю... А, пью, конечно. Наливай. Так ты редко пьешь минералку? Пожалуйста? Редко пью минеральную воду, потому что она соленая. Я не могу вынести этого вкуса, она противная. Я вот как бы себя не заставлял. Так это обычная вода безвкусная, ее пить неинтересно. А вот соленая вода, она попизже, блядь. Да ну, от нее, вот ты летом идешь по улице, ты как бы купишь вот этот вот боржоми, ты сдохнешь от жары, от жажды, блядь. Ты, а летом ты пиво надо пить. Да, охуел ли ты? Такой ты, блядь, здоровье поправим, а летом пиво. Летом пиво. А что ж зимой? А осенью минералку, весной минералку, а зимой водку. Ладно, так, ну что, попробуем. Здесь написано, что это прямо минеральная вода, природная совсем. Вот тут хлоры, натрия, сульфаты, хлориды. Французские Альпы. А это как раз не должно, по-моему, быть. Не, должно. Это есть минералы, блядь, о чем? Я слышал, вот хлор, блядь, это вообще, что такое? Где ты хлор тут мог найти? Хлорированная вода из бассейна, блядь. Ну, хлор и хлориды, это как... Блин, ничего не могу придумать. Идея шутки была, чтобы я сказал какое-то слово. Это же слово, и типа «иды». Ой, типа... гниды, например. Да, в голову только креатиды и гниды приходят. Как ни странно, блядь, как бы поэтому... Ну я вот пью воду из-под крана. Вот она прямо, блядь, из-под крана. Это дорогая, дорогущая вода из-под крана. Она вообще, она, конечно... Не, минералы чувствуются. То есть это не вода, как просто вода, знаешь. А знаете, что это такое? Это хлор. Это кипяченая вода, блядь. А то, что ты чувствуешь, это вот сажа с чайника, который, блядь, несколько раз... Накипь, прогоревшая, блядь. Это кипяченая вода, дорогущая. Не понимаю, кто... Я вот такую историю помню. У нас был чел на работе. Очень много денег поднял в один момент, потому что продал много телефонов, там каких-то чехлов. Биткоины. У него, да, очень много было, большая была зарплата. И он на Новый год себе шел в призму, покупал Эвиан, покупал яблоки и им мыл яблоки. То есть он даже настолько, или Перье, не помню, он был баснословно по тем временам богатый. Мою яблоки! Да, он даже не пил, просто мыл им. А потом, короче, его чуть-чуть там, не помню, уволили, что ли, и он вообще... И он стал воду собирать, когда обратно в Эвиан, блядь, такой ёбаный. Да-да-да. И вот у меня только ситуация с тем чуваком, который мыл яблоки этой водой, даже ее не пил. И действительно, я вот сейчас чувствую, что ее пить, ну, я не знаю, если ничего другого нет.
Звучит как пропаганда импортозамещения, но правда, в этой воде, вот, ну, может, на самом деле, вот, может, природная, минеральная, она должна быть на вкус, как водопровод. Может, в природе, как из крана течет вода. Я вот никогда, например, из Альпов снег не жрал. Да, как вот на вкус талая вода. Ну, и плюс тут честно написано, хлориды, хлориды, фторида, блядь, ёптана. Вот знаете, что есть такой термин, называется... брейнгазм. То есть это как вот типа как оргазм, но есть оргазм еще у мозга. Когда ты что-то такое или с детства вспоминаешь, или что-то тебе очень-очень приятно, там, например, какое-то типа в каком-то находишься ты месте, которое тебе очень нравится. И вот, когда ты закрываешь глаза, тебе как будто бы шилом прошибают голову, блядь, и это очень странное чувство называется брейнгазм. Так вот, я к чему говорил? То есть можно получить удовольствие от того, что ты пьешь Эвиан, только внушив себе, что ты действительно... Дорогую хуйню пьешь, вот. Ты достиг, да, что ты реально... А самое удивительное, вот в клубах каких-то, я помню, был Эвиан, там, например, стакан воды просто, ну, воду же тоже продают для тех, кто объебался слишком сильно, обнюхался в хлам, бля, воды. Там 500 рублей бутылка стоит. Да-да-да, и ты мог купить там за 50-100 рублей там аква-минерале какую-нибудь, грубо говоря, блядь, да. Банакву нахуй. И вот Эвиан за 500, и вот всегда тёлки всегда брали Эвиан, вот да. Типа это как что-то такое, типа, но при этом этот Эвиан вообще, по-моему, он должен стоить меньше, чем обычная вода. Это вода просто, вот сколько тариф за куб, вот сколько он должен стоить. При этом слоган рождается в сердце Альп, попадает из самой природы. Ну вот только что вот Альпы, блядь, как-то у меня могут еще эту воду как-то, не знаю... подстрекнуть, купить, не что вкусно, ли. Не нет, вкусно, нет, может, нет, натурально, нет. Но невкусно, блядь. Газов нету, вот что самое интересное. Не, ну это же она так нету. И написана, ее она талая, она попадает. Пиздец, вот, друзья, блядь, понимаешь, да? Нам продают снег растаявший. Вы что, охуели, что ли, нет? Это как, блядь, по бутылкам? И что, это дорого? Откуда так? Я могу, ну ладно, сейчас нет снега, действительно, может быть, оно и дорого. Но когда он был буквально год-два назад, я мог этого снега натопить. У нас... И сейчас те чуваки в комментах: Антон, ты дебил, это ж не наш снег. Это Альпы. В такой снег и 500 рублей в клубе отдать не грех. Это... Ну ладно, так и бы. У нас-то хороший снег, украли. А ты Навального не свой, все хорошее, это нам хуёвый снег, он подменённый, блядь, ёпта. А чё, что с Уральских гор мы, блядь, не топим снег и не продаём? А вот кто его купит, блядь, потому что... А чё? Урал, блядь! Ну, короче, переоценённый бренд, переоценённый хуйня хуйнёй. Поэтому можно перейти к Цепака, вот я не знаю даже, кто фуарит, Боржоми или... Мне вот больше нравится... Нарзан, но да. Он более классический, но я люблю более соленые минералки, ну, поэтому попробуем вот, рычал-су. Мне кажется, вот и синтуки будут самыми солеными, либо вот этот вот рычал-су. Рычал-су пиздатый, я его тоже брал, но он не в полторашках, а в литрашках, по-моему. Ой, ёпту мать, блядь. Как он газирован. А ты думал, блядь, это... Вот рычал-су и архыз, Витя, кореш, бля мой, он постоянно говорит, вот с похмелья, вот надо именно их пить, они прям вот тебя тонизируют, давай попробуем. Кстати, блядь. У меня никогда похмелья не было в жизни. А ты не бухал толком, блядь. Ну да. Не, ну я помню, что когда-то я выпивал, ну... Хочешь, бух... устроим тебе? Да, да, ну тебя, даже смотреть не могу, блядь, какая-то... М? Не. Солененький. Mm. Сразу пошло. Вот это минералка. Вот это пиздец, ребята. Вот это пиздец. Вот это минералка, блядь. Вот это все хуйта. Вот я даже не могу ее вот... Как допить? Не понимаю. Прям она прям соль. Жжет. Соль прям вот. Жжет соль. Вот. Так и должно быть, сука. Вот это, блядь. Эх. Но я не знаю, насколько это полезно, в общем-то. То есть это может не, быть... Если в лечебных целях, конечно. Я, блядь, не понимаю, что это в лечебных целях, слишком, блядь, много ее просто пить делать. Да. Ну, например, пулю рану от нее промывать, что она... Медицинские показания к применению. Болезнь пищевода, хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, болезнь кишечника, печени, желчного пузыря, желчеви... Бля, так мелко написано, видал, вообще нихуя как... Бабка с... Но точно не проблем зрения. Желчного пузыря, да-да-да, желчевыводящие поджелудочные железы, нарушение органов пищеварения... Ой, блядь. Ну, все, что связано с пищеварением, я так понимаю, все, чуть, типа,
От мочевого пузыря до грудной клетки. Вот мне такая, нравится. Я пока рычал все вперед двигаю, потому что минералка должна быть минералкой, блядь. Хотите, ну, это слишком забыть, хотите продавать водопроводную воду, назовите ее питьевой. Нахуя вы называете это, блядь, натуральная минеральная вода, блядь, природная минеральная вода. Ну а кто знает, Юрий, мы ж свечку не держали, блядь, при... Когда природа, блядь. Когда она обогащала ее минералами, может она и так и есть. Ну я не... А что это самая дорогая? По-моему, Перье самая дорогая, но Эвиан тоже достаточно дорогая. Не, мне пока вот понравилось Рычалсу. И я не, даже я скажу, такое пить не могу. Может быть, пиздец. Боржоми и Нарзан подкачали, потому что они в стекле как-то отличаются от пластика. Может, из-за того, что пластик больше выпадает на дно, угу. И из-за этого он более концентрированный. А вот в стекле как-то, ну, вообще не балдеж. Ну, так. То есть, минералку я бы вообще посоветовал пока брать вот именно в больших бутылках пластика. Ой, блядь, я еще вот началось, еще болевать буду, блядь. Это просто пиздец. Это соль, одна сплошная соль. Ну, нахуя так делать-то, ну? Соленая, газированная. Мне нравится, как ты двинулся к Нарзану, а потом такой: да чё похуй, блядь. Вот, вот. Талая вода, нормально. Живем так живем, блядь, ёпта. Эвиан, нахуй. Не, мне... Когда еще попью? Мне, правда, Рычалсу больше понравился. Ну, не, если мы уж говорим за минералки, то, конечно, это, блядь, вот минералка, блядь, ёпта, чем другие минералки. Да. У нас есть вода Пилигрим. Помнишь, как Мэдисон в обзорах хейтил группу Пилигрим? Она тоже природная, минеральная, минеральная, питьевая, столовая, негазированная, талая. То есть это... Опять-то, вот он наш. Это наш ответ Эвиану, да. Поэтому можно попробовать, как наша талая вода на вкус. А вот ответ китайцев. Байкал. Да, я уже... А их все забрали Байкал, нас китайцы. Хотя, если нырнуть в Байкал, будешь плыть, а там снизу ничего нет, там китайский цех. Я у Камикадзе услышал в ролике. Да, что он сказал? Все украли китайцы Байкал, да. Это я слышал. Или леса просто... Да это я придумал. Ты дурак! РНТВ какой-то. Какой цех? Я, знаешь, представил, что там какой-то купол. Подводный. Купол подводный, да, там типа цехи какие-то. Атлантида, блядь. Да. Охуеть. Ну ясно. Не переживай, все в порядке. Подводного цеха пока нет. Пилигрим наша. Вот, Северный Кавказ. Отлично. Бля, я только хотел гадость сказать, ты сказал Северный Кавказ, поэтому просто выдержись. Скажи, что очень хорошо и на первое место выходит. Это даже не водопроводная, вода, а вода типа... Мне кажется, это реально талая вода, вот без обмана. Вот прям взяли снег. Компания Пилигрим. Она просто взяла, вот, бля, выпал снег. Да. Где угодно. Вот по Питеру, у дороги, блядь, ёпта его. Они взяли, аккуратненько его собрали. Растопили. И это вода Пилигрим. По бутылкам разлита. Это реально талая. Она не была в водопроводе. Нет. Ее с улицы взяли. Ее, да, она с неба упала. Может быть, даже снег был немного желтым. Знаешь, да, вот материал для изготовления воды, у меня бизнес свой, падает с неба. То есть, как бы, сколько упадет, столько я бутылок разолью. Это же просто, это можно разориться, блядь. В этом году ты бы сам разорился. Я бы дождь собирал сразу просто. С неба падает дождь. Я бы просто огромную воронку, блядь, и прям бутылку. Без всяких там. И сразу чук. Не, ну Пилигрим, по-моему, показал худший результат сегодня, блядь, ёпта, это прям... Это гнилая вода, вы когда-нибудь пробовали воду, которая на вкус как гниль, будто в ней бабку-покойницу обмывали, блядь. А вот по вопросам качества обращаться... Давай, звони им, нахуй, пидоресам. Качество собака! Качество собака! Да-да, туда обращение, мне кажется, не один... Там сидит этот вокалист группы Пилигрим, ему похуй. Хорошая вода. Не, вот эту воду, пожалуй, можно прям вот единственную не рекомендовать. Остальные это просто вода, вот Эвиан водопроводная вода. Это, блядь, я не знаю, откуда вода, блядь. Кто-то. Это та вода. Моча дистиллированная, блядь. Хотя тут тоже написаны те же эти натрий, калий, гидрокарбонаты, вся хуйня. Срок годности 18 месяцев, блядь. Ну, я не знаю, на самом деле, нет. Это просто какая-то... Просто вода.
Месторождение минеральных вод фирмы «Меркурий» находится на Северном Кавказе в крае знаменитых курортов Домбай и Архыз. Это просто... Так тогда... Архыз хочешь попробовать? А давай попробуем, да? Не, я думаю, они это напечатали, чтобы им пизды никто не дал. Да-да-да. А вы в курсе, что у нас на Северном Кавказе? Вы вообще пизды хотите получать? Или... Ну, ребята, а вы хотите воду? Да? Она, понятно, талая, блядь, но она сталая какая-то. Она, блядь. Да. Ну, так нет, давай тогда Архыз попробуем. Давай Архыз попробуем. Как он, интересно, себя поведет? Может быть, видишь, типа Архыз? А это называется Архыз. Ну, Архыз я тоже из больших батлов, блядь, пил. Поэтому не уверен насчет этого, но в больших был вкусный Архыз. Тоже солененький. Опять же, не газированный. А этот вообще такой нежный-нежный, не похож на Архыз, который... Или он вообще другой? Ну, вообще, как будто... Хотя написано тоже горное. Вот сейчас мне по голове дало почему-то, я не понял. Странно. Интересно. Бля, это... Я ожидал пацаны, другого. Я видел Архыз, но там по-другому было написано. То есть, может, это был другой Архыз. А тут, наверное, написано Вита или что? Нет, там, да, Архыз вот Вита это... не... Бля, походу, у Архыза два бренда каких-то. Вот этот, это не тот, который мне нравится. Так мне... это водичка просто... Мне нравился в зеленых. Это прям просто вкусная свежая вода. Вот она, конечно, очень хорошая. Прям... Ну вот, чуваки, если сравнивать с Эвианом и Пилигримом, блядь, то просто вот это, хоть у нее нет солености, хотя тут написано, что она горная, с минералами, но она, бля, в 100 раз пишет. Это просто вот вода, которая... Да. Такую воду надо, блядь, в ООН наливать, блядь, людям, которые сидят, все водички пьют, потому что она... Она супер хорошая. Она, блядь, но она не минеральная. У нас все-таки обзор минералок, блядь, она претендует на минералку именно. Реально, вот это вот просто... Соленая вода, ядреная. И вот я реально, как будто я пил, вот говорю, Кевин Костнер, прям пил, блядь, из-за борта вот эту хуйню, чтобы больше не было ничего. Потом я нашел источник, прям вот сушу нашел, и в нем я выпил Архыз. Вот это спасение. Архыз, спасение. Но все-таки мне кажется, что я видел вот Архыз под, с другим логотипом, блядь. Подскажите, может, есть два Архыза, блядь. Да. А вы... Я не воюю друг с другом, типа. Кто круче был? За воду, блядь, как безумно. Максе, типа, едут, блядь, на тачках. Ну, пока что у нас какой? Вот эта минералка более-менее, вот эта минералка. И да. Вот эта минералка, вот это все. А поглядите, да, вот экономика. Пластика, пластика, пластика. Да, Архыз я бы где-то посередине поставил. Но у нас, смотрите, друзья, самые канонические ессентуки. Обратите внимание, добыто на Кавказе. Там же, есть несколько 17... скважин. 17-я, 4-я. Как они отличаются? Вот кто-то говорил про ессентуки, что у них нужно прям, да-да-да, с определенной скважиной, что даже вот я статью читал, где проклизывая из минеральной воды было, так, блядь. Вот там было, что нужно брать именно... Ай, подожди! Что такое? Коктейль делаешь. Ты что, бал? А, извини, пожалуйста, я не заметил, что столько прозрачный Архыз. Такой... Вот это тоже, я думаю, солёный. Я к тому, что вот, например... Чё так мало-то, блядь? Да потому что соль! Краёв всё не видишь! Мы же собрались тут не лечиться, в конце концов, а... Я лечился! А, ты сейчас? Ну тогда, брат, это плохие новости! Мы чё, ты такой наливаешь? Мы чё с тобой больные люди, которые умирают, что ли, могут, блядь? Зачем нам? То есть я так понимаю, что, допустим, из 17-й скважины мы лечим печень. Если была 15-я, к примеру, лечим желудок. Попробуй. Не, насморк сейчас пройдет. О, ничего себе! Блядь. Очень-очень хороший, сдержанный баланс соли с вот этой вот, знаете... газированностью прям максимально. Я простужен, но у меня как будто слезы наворачиваются на глаза не из-за этого, а из-за... Ессентуки. Ну это вот правда, я представляю себе... Я Чалсу сравню, попробую. Я уже для себя сделал, что ессентуки лучше. Я вот это она слишком соленая, чувак. Это слишком соленая, блядь. Чалсу здесь на коленках, наверное, стоит. Не, ну это прям вот такая лечебная столовая прямо. И синтуки это реально, да, как будто бы вот в пансионате. Даже бухнуть не хочется, когда выпил, вот прям тебе налили, вот столько его нужно выпить, не больше, и ты пьешь, и прям да. Обалдеешь. Представляете, вот
где-нибудь в Сестрорецке вам вас отправили там на лечение, и вы утром приходите в столовую, вам говорят, все, сначала стаканчик. И вы стоите, смотрите на Финский залив и говорите... Водочки. Водочки бы мне! И ты так вот типа... Стаканчик! А нет ли... О! Или коньячку! Нету! Тебя сюда привезли, мрачный, для того... Да-да, чтоб ты тут синячил. А ты потом приходишь к себе в этот самый в номер, там под подвое живут, и тебе там мужик такой ставит мерзавца. И он такой. И ты такой, понял. Просто алкаши, они, у них есть свой язык. Как они так делают, непонятно. Все понимают, да? Знаешь, там ножом показывает. Я понял тебя. Но, слушай, как бы, конечно, сегодня зачет идет очень такая борьба ожесточенная. Опять же, ничего не хочу сказать, пока стекло. Пока стекло лидирует. Но вот эти два парня, прямо на максимуме. То есть... Да, я вообще не понимаю смысл. Вот, блядь, в Эви. Эвиан отсосал всем. Сегодня поток Пилигрима отсосал. У Эвиана единственный, блядь, ёпта, вот просто петушиный угол, блядь. Я не знаю, куда. Это просто кал. Архыз показал себя как вода. Отличная просто вода. Просто вода, вкусная вода. Но тогда что нам скажет ответ Байкал? Это самое расхайпленное. Это как пельмени сибирская коллекция. Половина цены идет на рекламу Дудю и Собчак. Вот в Байкале половина цены идет на рекламу этого лейблкома или... Представляете, друзья, вот эта вода, ни много ни мало, я думаю, надеюсь, это правда, привезена прямо с Байкала. Ну, тут у нас скорее вопрос о том, стоят ли деньги, которые они тратят на рекламу, того, чтобы продвигать их воду. Надеюсь, что стоит, потому что дизайн мне нравится, хороший. Ну, они, да, и еще спекуляция на теме Байкал, сейчас же все от Николая Соболева до бомжей, блядь, с улицы защищают Байкал, чтобы вот именно Байкал, Байкал, наша вода. Но мне, а вот не стрёмно пить воду из Байкала, там же рыбы ебутся, блядь, типа это. Чё, в смысле, она, ты не понимаешь до конца, видимо. Это я чё-то же разъёбываюсь. Да, чё-то икать начал. Ой, кот под крышкой, посмотри, проверь подлинность воды и получи шанс. Ну, это понятно, путешествие на Байкал, знаешь? Да хуй оно мне, а можно мне путешествие на Сейшелы, жди... блядь? А кот, а есть кот, смотри, можно проверить, настоящая ли вода. Вот ты кто? Такого я нигде еще не встречал. А там вбей хоть хуй соси, там типа все равно тебе высосится. Настоящая. Наша вода. Причем забор воды происходит с 430 метров. Ну обычная вода, она не минерализована ни капельки, блядь, если. Давай сравним с архизом. Давай с архизом. Архиз попить будет. А ну-ка. Ой, блядь. Ой, что-то, Юрка, тоже мне как-то стало это... Бля, у меня сопли, у меня грибари. У меня все забилось. Да нет у тебя ничего. Бля, минералка опасная, чуваки, не пейте! Нет, у тебя ничего, бля. У меня грибарит, я сидел на... Какой? У тебя никогда не было в жизни, блядь. А вот сейчас появился. Да нет, я тебя знаю, столько лет не было. А вот я и не пил столько минералки, блядь. Минералка вызывает грибарит, шок. 15 лет знакомым не было никогда, блядь. Так чё по архизу-то и Байкалу? Не, архиз, конечно, берет тем, что он и дешевле, блядь, и мягче как-то. Байкал, он какой-то, ну не водопроводная, конечно, вода, но она и не, как бы, не занимает там самую лидерующую. Но красивая, разрекламированная, хорошая вода, но... Короче, в тебе квасной патриотизм сыграл, видимо. Так что? Лучше архиз-то купить, дешевле будет, по-моему. Ну лучше, да, ну ты же сам говоришь, красивая, разрекламированная, скажи, по вкусу, самое главное, вкус. Хуже, чем архыз. Ну и все. Хуже, блядь, чем архыз. Понятно. Я так скажу, что... Хорошие вещи пидорасы с лейбл.com рекламировать не будут. Само собой. Да. Но архыз, блядь, это классика. Но у нас а впереди... А вот что касается у нас, смотрите, друзья. Та-т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 а. Помните, когда, блядь, этот... Что-то тебя разъебало, брат. Разъебало. Может, ты, блядь, это... Что-то еще? Да нет, блядь, у меня нос забился, блядь, и вообще мне плохо стало, блядь, слезы текут, блядь, рожа раскрывается. Мне нельзя минералку, брат. Нельзя, а что ты... Я тебе говорил, вино, да. А я-то не понимаю, почему у тебя коробками, блядь, дома стояла. Да какое ты делал? Может, тебе хуже стало от нее? Да, наверное.
наверное, меня минералка и убивает, блядь. Я, наверное, пацаны, при всем уважении к вам, все-таки со следующего раза винцо, блядь. Оно меня не подводило. Минералка меня разъебала. Вот вам, кстати, эксперимент. Какой? Прям живой, социальный, блядь. Ну, да. Человек, который привык к алкоголю, умирает от воды. От воды просто смерть какая-то. У меня дыхательные каналы закупориваются. И что, ты сейчас скорую вызываете? Срочно. Я вызываю скорую. И я такой показываю куда-то пальцем. Типа, я там виноводочный, я там вино. Да-да-да. Прокапайте мне трехдневную дозу, блядь. Внутривенно мне ввести. Да, позвони, просто, я это... Выпил ессентуков, сразу глаза по это самое, там геморит это, такие, серьезно, где-то... Иди нахуй! Да, такого не было, я пьяный всю жизнь ходил, но нормально. Ходил пьяный, все было хорошо. Вы и так ходили, у вас бы просто не замечали этого, бухой были, блядь. Не-не-не-не, это, блядь... А может, ты просто юртрезвый сейчас? Вот отстой, блядь. Вот оно что. Все, да, блядь, давай завязывать это скорее, не хочу. А блядь, может, это просто, Юр, так выглядит трезвость, когда ты не пьешь. И все нос заложены плохо. И нос, и плохо, и глаза, плачешь постоянно. Плачь, типа, это не слезы, типа, от воспаления каналов. Это слезы, это создание того, что ты трезвый. Прямо что не смотрю. Такие мужские скупые начинают течь. Утром просыпаешься, вот такой трезвый. А нет, все лицо сухое, а, и да. Две дорожки такие. Ну давайте, так, пацаны, перье. Друзья, что это вообще такая за хуйня? Это ж, по-моему, какая-то... Супер дорогая, супер элитная, блядь, что у нас. Ладно, еще лимоном отдает, извините. Ну нет, все это ебаная была. Минеральный, питьевая, столовая, блядь, Франция, нахуй. Сразу чувствуется, вот знаете что, вот... Вот это вот фальшивость, блядь. Вот сколько бы они не писали, что она такая сикая столовая, она это лимонадик, блядь. А, это не да, вода. Нет, никакая не вода. Это просто дорогой лимонадик, блядь, под закос того, что это какая-то полезная хуятина. Вот пробую сейчас его просто. Но он вкусный. Его прикольно пить. Ну, с лимончиком добавлю. Вот если говорить про Эвиан, хуйня переоцененная. Да, понятное тут дело. Тут все понятно. Если говорить про перье, ну, типа... Не, я вот его... Давай так скажу. Будь я элитной шмарой, и ходи я в клубы для того, чтобы попить воды... Странно уже звучит. Так, да, так, типа, так, да, так. Я бы требовал или требовала, не знаю, как говорить о себе в таком... А зависит от региона. Перье именно, потому что это прям то, чтобы меня отпустило от кокаина, блядь. Это прям вот... А когда тебе уже предлагают пойти в номер, ты говоришь, налейте мне водки. А сразу с утреца архиза, чтобы можно было... Yes. Просто архиз так... Не, мне кажется, что нужно перед тем, как пойти в номер, выпить рычалсу, чтобы немножко, знаете... К солёному привыкнуть, блядь! К солененькому, да, то есть мне приятно. А потом уже с утра встала... И архыз. Все, и домой к маме. Рассказывает, что ты как... с подружкой училась, блядь, ёпта, готовилась. Как вы там стен газеты рисовали, блядь, или что там делаю сейчас? Нет, ну это, конечно, не классическая минералка, но прикольная. Нет, она может и прикольная, но это, говорю, баловство, блядь. Если ты хочешь себе минеральную воду, ты купишь себе минеральную воду. Вот она. Давай подведем, да, итоги. Что у нас минеральная вода? Это у нас есть ессентуки. Топ! Нарзан. Есть. Боржоми. Пойдет. Это минеральные воды. Наши. Наши рычалсу. Люди. Рычалсу. Рычалсу, естественно. Байкал. Я его никуда не ставлю. То же самое, что с архыз, но архыз получше примерно. Это просто вода. Она с какими-то минеральными отложениями, талая, но... А где это почувствовалось-то, блядь? Я выпил просто воды талой. Пилигрим и Эвиан, говно, которое никто не должен вообще пить. Хуйца. Это полная хуйня. Перье... Ну, для шалав в клубе, которым вечером сосать. Если... Пощадите их, купите им, блядь, лимонадик вкусный. Но минералки по сегодняшним итогам у нас рычалсу, боржоми, нарзан и ессентуки. Ну, то есть классика. Давай попробуем выбрать, кто фаворит. Я, поскольку больше предпочитаю солененькие, я... Ну, давай.
Зависит букет. Ты знаешь, я, наверное, еще раз попробую нарзан. Да. Я тут даже перепробовать не буду. Я скажу, что для меня нарзан это лучше. А я бы сказал, что это ессентуки. Они прям, их много не выпьешь, и в этом их прелесть. Может быть, да. Но от них потом будет хотеться еще чем-то их запить, мне кажется. Они слишком. А мне не хочется. Балдеж. Мне хочется забалдеть. Но, опять-таки, друзья, напоминаю, что меня разъебало в клуб. Да, да, я такого никогда себе не видел. Но выбираете все равно вы. Если вы с нами не согласны, пишите в комменты, аргументируйте. Мне кажется, частично проблема в том, что в маленьких бутылках как-то меньше минерализации, чем в полтора. Но это бред какой-то. Да, не может быть этого. Да, типа, это я, наверное, брежу. Больше соли бросаю. Но я точно помню, что Архейс был другой, по-моему. Он был, блядь, какой-то более соленый. Точно я помню, что более соленый был Рычел Су. Не, не Рычел Су этот, блядь. Боржоми в большой, блядь, ёпта, бутылке. В баклахе, да? Да, может быть, дело в том, что под брендом Боржоми или Ессентуки выходит несколько минеральных вод, блядь. Может что... быть, но мне кажется, все-таки еще в газах дело. Может быть, она в бутылке по-другому как-то в пластмассовые газики держится. Ну, короче, пацаны, напишите, кто разбирается в теме, но вот наше мнение такое. Надеюсь, да. Что вам понравилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Да и если не понравилось, ставьте лайк. Тоже ставьте. Вы охуели, что ли? Это, если вы не поставите лайк, то не выйдет что-то, что вам понравится. Ой, будущем, вот это блядь. Да, это уже плохо. Поэтому лучше на все ставить лайки с 7 аккаунтов, блядь. Ёпта. Заведите телефон у мамы. Она колокольчик под... Колокольчик. И самое главное, комментарии. Уже... Не меньше 4 слов. Ессентуки меня разъебал. Самое главное, переходите на канал Антона, там новый выпуск решал. Опять боремся с кидниками, прохиндеями. Подписывайтесь на его канал. Ой, что же. А на сегодня все.